Всем приветик на канале GS Life Home Online. Это Лоймочка. Сейчас к нам прилетит Тоша. И вот я повесила гнездо сегодня. Вернее, уже окончательно все сделала. И Лайма ним очень сильно интересуется. Просто она в него залазит и там сидит. Вот Тоша тоже ей там подсказывает, что-то чирикает. В общем, птички скоро, наверное, созреют, чтобы принести нам потомство. И, конечно же, я буду снимать об этом видео. Ну, а вот здесь вот еще одни мои питомцы, улиточки. Они уже заканчиваются, потому что я их продаю. Вот, видите, уже осталось. Было 270 штук. Все почти разобрали. И десяток где-то примерно я отправлю в ближайшее время. Вот, поэтому, кто еще хочет заказать улитенка себе, не откладывайте, потому как погода портится, и нужно пока еще тепло, чтобы они целые и невредимые приехали к своим новым хозяевам, нужно отправлять вот именно сейчас. Поэтому, ребятки, давайте, пишите мне в комментариях, там под видео будет ссылочка на пост, где все рассказано, как заказать улитку и что для этого надо. Заказывать можно только по Украине, в Россию отправить не могу, это просто физически невозможно. Вот, поэтому только жителям Украины, к сожалению, хотя очень многие из России пишут, ну, никак невозможно это сделать. Вот, и следите за новостями, потому что я буду держать вас в курсе по поводу Тоши и Лаймы. Подписывайтесь на наш... Тоша. Вот он. Подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там я тоже веду активные истории и выкладываю про птичек, про улиток. Ну, в общем, это интересно. И, конечно же, будет скоро новый питомец. Немножко сейчас проблема, потому что сентябрь на носу и есть, как вы все понимаете, подготовка к учебе и все такое. Вот, немножко не хватает времени на все, но ничего, я догоню. И как только Лайма целится ко мне, как только появится немножко больше свободного времени, я сразу бегу и покупаю кого-то, скорее всего, хомячка. Но я еще точно не решила. Так что на этом все. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И встретимся на YouTube. Всем пока!